Сегодня Любови Полищук исполнилось бы 70 лет. Каждый год в этот день ее сын Алексей Макаров чтит память матери в социальных сетях и публикует ее фотографии с одной и той же фразой «Люди помнят, мама». И это чистая правда. За свои 57 лет она сыграла множество ролей, но ни одной главной. После «12 стульев» ее называли русской Софи Лорен, но, как говорят сегодня многие деятели, режиссерам был дан запрет утверждать звезду на главные позиции из-за того, что у нее было не советское лицо. В 1994 году Любови Григорьевне присвоили звание народной артистки России. Ее любили зрители, боготворила публика и семья. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию, в которой получила серьезную травму позвоночника. Говорят, именно это запустило в ее организме страшную болезнь. Долгие годы звезда боролась с онкологией, не рассказывая об этом коллегам. Ее последняя роль – «Мама няни Вики» в ситкоме «Моя прекрасная няня». На съемки последней серии Полищук приезжала, отпрашиваясь из больницы. Актриса не стала ночью 28 ноября 2006 года, она умерла во сне. Ее смерть стала страшным ударом не только для мужа и детей, но и для огромной армии поклонников.